Полной грудью выпускники школ могут вдохнуть запах свободы. Все экзамены сданы, аттестаты получены. А вот яркие моменты с церемонией вручения останутся в памяти навсегда. Это девятиклассники из Китимской 4-й школы. Нарядные, взволнованные, они, наконец, дождались одного из самых важных дней в своей школьной жизни – вручения аттестатов. Церемония получилась долгой. 64 выпускника приобрели первый документ об образовании. Результаты таковы. 38% девятиклассников получают аттестаты без троек. Из них 6 человек получают аттестаты с отличием. Именно с отличников и начался процесс вручения аттестатов. Эти ребята – гордость школы, ее надежда на будущие медали. Некоторые выпускники к основному документу получили приятный бонус – грамоту. Кто-то за хорошую учебу, кто-то за активное участие в общественной жизни школы, а кто-то за спортивные успехи. Один за другим девятиклассники скромно подходят к директору, жмут руку и смущенно улыбаются. Для некоторых ребят эта встреча в роли директора школы и ее ученика окажется последней. В 10 класс они не придут. К подобному решению в последние годы склоняются все большее количество выпускников 9 классов. И причины самые разные. Основная – страх и неуверенность в собственных силах перед сдачей ЕГЭ после 11 класса. Среди других причин – желание поскорее начать послешкольное обучение, приобрести профессию и начать самостоятельно зарабатывать. Для ребят, решивших покинуть школу, этот день, конечно, особенный. В момент прощания с родными классами, учителями и одноклассниками вспоминается вся школьная жизнь. Здесь были получены первые уроки, ошибки, разочарования. Здесь ребята научились по-настоящему ценить, дружить и любить. Мы пожелаем выпускникам доброго пути. Пусть он окажется правильным.